Всем привет! Снимаю свое очередное окрашивание. Жду Людмилу, как обычно. Она должна вот-вот приехать. В этот раз у нас окрашивание будет не утром, а вечером. Так получилось. Людмила была занята. С момента последнего окрашивания прошел месяц, и корни отросли где-то на сантиметр. Сильно затягивать мы не будем, потому что сейчас, как вы знаете, мы осветляемся краской, а не порошком. Людмила должна привести 10 или 11 уровень осветлителя. Посмотрим, как с ним получится. В прошлый раз у нас чуть-чуть рыжины осталось на волосах. Ну, в принципе, это было ожидаемо, потому что это краска, а не порошок. Посмотрим, как в этот раз. Должно, в принципе, со временем посветлее стать, потому что с корнями мы сильно затягивать не будем. Смотрите, какой у меня шикарный чехол. Здоровый, красивый. Это я с AliExpress заказала. Девчонки, не ругайтесь за AliExpress. Я, конечно, все понимаю. Некоторые считают, что возраст обязывает покупать только какие-то дорогие украшения и дорогие аксессуары. Я и к себе отношусь проще, и к своему возрасту проще, поэтому покупаю все то, что мне нравится. И, в принципе, мне без разницы, сколько это стоит и где это взято. Давайте я вам, как обычно, покажу, что я приготовила. Ну и, естественно, покажу, что у меня на губах, потому что каждый раз, когда я снимаю для вас видео, вы у меня спрашиваете, чем у меня накрашены губы. На губах у меня Dior Addict Lip Glow 001. Ну, всем известный бальзам. Я чаще всего, когда ко мне Людмила приезжает, именно им и мажусь. И первый карандаш, который попался мне под руку. 106, да, по-моему, да, 106 Rose Corset. Вот это то, что у меня сегодня на губах. Кому интересно. Теперь, что касается того, что я приготовила. Купила новые перчатки. Цвет не видела. Оказывается, у нас теперь будет черный цвет. Весы, как обычно. Людмила мне оставила на всякий случай вот эти тюбики с краской, если вдруг мне понадобится тонировка. Тонировка мне не понадобилась, потому что все, в принципе, было нормально. Ну, по крайней мере, меня устраивало. Цвет сильно не уходил ни в рыжину, ни в желтизну. Вы сами это видели в видео. Я надеюсь, видео передавало оттенок нормально. Так что, в общем-то, они у меня пролежали вот до нашего сегодняшнего окрашивания. 2% окислитель, точнее 2,1. Ну, как всегда, кисти, все. Вот, наконец-таки у меня теперь работает вот эта штука. Посмотрим, Людмиле пригодится или нет. Смешивать краску удобнее. Я купила еще в Икее давным-давно, и все, что-то у меня не получалось батарейки сюда подобрать, пока за дело не взялся муж. Он вставил, и у него все заработало. Это я на всякий случай приготовила, вдруг будем брызгать волосы перед окрашиванием. Протеиновый коктейль. Это то, что мы сейчас вместо Олаплекса с Людмилой добавляем в крясящие смеси все. Людмила его чуть-чуть подогревает и добавляет. Ну и, как всегда, защита кожи головы. У меня здесь, вот я не знаю, не видно на просвет, почти ничего не осталось, здесь совсем чуть-чуть. И я просто-напросто забыла купить, представляете? Но я надеюсь, на один раз нам хватит. Это все, как обычно, ждем Людмилу. Ой-ой-ой-ой, простите, забыла. Птичка же. Да, я же вам 100 раз говорила, что без птички окрашивание не получится. Птичка на месте, птичка готова. Готовим смесь. В этот раз пробуем другой оттенок. Вот у нас 10-11, 10-17 красочка. Она должна быть похолоднее. И добавляем, я вам показывала, протеиновый коктейль. Это для защиты волос. Как будто не тянет, да? Ну как, нормально или? Ну так. Нормально. Что-то как-то она это застревает в краске. Сейчас потихонечку. Она более
Я просто боюсь, знаете, как вот... Мы только на корни наносим сейчас. Посмотрим, да, какой у нас оттенок получится. Похолоднее, посветлее. Ксения, как Плекс? Ты какой там, третий или какая у вас часть была? У меня шампунь с бальзамом Плекс. Да. Я прям вообще в таком восторге. Я уже купила бальзам. Так расходуется быстро. Шампунь экономично вообще расходуется. А бальзам, он такой густой-густой. Вот второй я купила, он пожиже немножко. Ну, я прям вообще в восторге. Замечательно. Я очень рада, что вам нравится. Так. Конечно, шикарный прям чехол. Помощник мой сидит. Малыш мой. Ну ты хоть поздоровайся. Привет. Привет. Не, молчит. Не хочет с нами здороваться. Теперь мы небольшую протяжку цвета делаем. Чуть-чуть, прям совсем на меньшем оксиде. Более холодный тон. Да, на меньшем оксиде. Вот все. Чтобы выровнять оттенок. Кешка. Кеша бегает, помогает, конечно. Он контролирует все, как обычно. Мы пока разговаривали, он чуть краски не наелся. Хорошо, что я увидела. Эксперт. Сейчас так хорошо стало краситься. Тогда мы порошок пока нанесем, пока смоем. Пока Олаплексы эти фазы. И столько времени, да, у нас уходило. Сейчас все так гораздо быстрее. Кеш, пожалуйста, только не съедай краску, а. Кешенька, иди сюда ко мне. Ты так хорошо по мне ползал. Кеша, иди сюда, мой хороший. Все, пошел проверять. Молодец, вот там и сиди, умничка. Прям мне такой массаж делал лапками. Надо его поймать и постричь ему коготки, а то у него, смотрю, переросли. Я это иногда делаю. Потому что у него перерастают. Ну, тоже надо так аккуратненько, я так на просвет, чтобы видно было, где сосуды проходят. Только самые кончики отрезаю. Он не любит, конечно, эту процедуру. Но меня куда деваться? Он ненавидит. Ты видишь, как бы собака лучшего актера. Я только показываю. У меня уже сразу. А-а-а, все. Когти стричь нет. Не любит, жутко не любит стричь когти. Смотрите, как мы утомили птичку. Все, он спит. Моя ягодка ненаглядная. Все, идем смывать. Концы у нас, видите, остались. Угу. Концы мы вообще не трогали. Но мне кажется, в любом случае холоднее, чем в прошлый раз получилось. А оттенки холоднее. Там был 9.013.9.1, ага. А здесь 9... Ой, господи, 11, 9, 17, микс 0,1, ага. Ну, более холодное, все более холодное. А у меня сын категорически не ходит в эти в салоны, стриги мама сама. Я говорю, Кольк, ну и будешь ходить неровным. Ну и что, мне нравится, как ты стрижешь, я не пойду в салон, и все. Правда, вот я была против, когда он хотел на лысо постричься. Коль, помнишь такой период? Я постригусь на лысо, и все, мне нравится. И мы ему, ну, Коль, ну, понимаешь, ну, мальчик лысый, это странно. Ну, это же мужчины уже взрослые стригутся на лысо. Нет, я хочу на лысо, и все. Вот следующим летом я себе сделаю такую стрижку. Слава богу, до следующего лета, пока мы дожили, он уже передумал. Видите как.